Приветствую вас. Я думаю, что злость это у вас, как вы говорите, из, скажем так, некоторых особенностей вашего развития, некоторых особенностей вашего становления как личности, как мужчины, да. Вот, в какой-то степени это связано с тем, какого вы выбрали себе партнера для отношений. То есть я имею в виду, что вы выбрали себе, в общем-то, прямую противоположность, да, с учетом того, что сами вы себя называете скромным и очень правильным. Вот, ну. Естественным образом вам хочется, что называется, о себе заявить. Естественным образом вам хочется, что называется, как-то вот доказать, может быть, доказать себе и, может быть, другим, вот, что вы чего-то стоите, но запрет, только запреты, которых у вас, вероятно, было довольно много, тоже здесь свою роль, на мой взгляд, сыграли, потому что, ну, совершенно как бы очевидно, что если бы там запретов не было бы, да, то ну, таких, может быть, моментов, какие вы описываете, у вас бы не было. Вот. Ну и сейчас об этом говорить, мне кажется, не имеет никакого смысла. Вот, потому что это дело прошлых, в принципе, лет уже. И вряд ли что-то из этого вы можете прямо взять и так по своему желанию, по мгновению изменить. Это достаточно серьезная работа над собой. Вот. Ага, другой вопрос. Значит, вы говорите, что... Ну, точнее, спрашивайте, как вам с этим жить, и у меня волей-неволей возникает этот вопрос. А что вам мешает жить сейчас? То есть, это вам мешает чувство вины? Вам мешает стыд? Вам мешает неприемлемость этого? Ну, того, что, условно говоря, вы можете делать и так далее, да? То есть, что конкретно вам не дает жить? Вот. Я бы такой вопрос задал вам, вот, и постарался бы на него ответить, потому что он достаточно, как мне кажется, важен. Вот, в силу именно того, что здесь всегда ну, есть некоторая такая двойственность в контексте интимной сферы. И, на мой взгляд, было бы здорово, если бы вы конкретизировали бы свой запрос, да? Мне кажется, ну, исходя из вашего текста, я сделаю предположение, что ваша жена, она, в принципе, разделяет вашу позицию. Ваша жена, она разделяет вашу, ну, как бы, ваше увлечение. Но не против этого увлечения, я понял.
На мой взгляд, это скорее хорошо в вашем случае, чем нет. Вот, вы можете поработать с уверенностью в себе, если у вас есть такая потребность. Вы можете поработать над своими, ну, желаниями, да, над своими стремлениями, над тем, что вас беспокоит, да, над тем, что вас тревожит, вот, и так далее. То есть вариантов здесь, в общем-то, достаточно много. Важнее, конечно, понять, что вам хочется больше. Важнее, конечно, понять, что вам нужно. Ну, потому что если вам нужно не то, например, зачем вы обращаетесь к психологу, да, допустим, то ничего хорошего из этого не выйдет. Я имею в виду, ну, ничего хорошего из работы с вами не выйдет, потому что вы будете сопротивляться в какой-то степени. Вот, поэтому здесь я бы рекомендовал, наверное, подумать в первую очередь, да, о том, что вам все-таки нужно. И уже исходя из этого, действовать уже, исходя из этого, смотреть уже, исходя из этого, что-то для себя решать. Я не думаю, честно говоря, что вы совершаете большое преступление, если предваряете уже свои мечты при условии, что это не вредит, там, ну, грубо говоря, ребенку вашему, да, вот, при условии, что на него это не влияет никак. Вот, поэтому я не думаю, что вы совершаете что-то плохое, но я также вполне допускаю, что вам это может не нравиться, вас это может не устраивать. И вот в этом случае, если вам это не нравится, в случае, если вас это не устраивает, с этим можно поработать. Ну, как правило, корень проблемы уходит в неуверенность в себе, корень проблемы уходит. Вот. Правило, корень проблемы уходит в определенные такие сомнения, вот, определенные переживания, вот, и, как правило, в этом основная трудность заключается. Ну, наверное, что бывает по-разному, что бывают разные моменты, и в данном случае это тоже момент, на который нужно обратиться, ну, к которому нужно прислушаться, вот, поэтому выводов каких-то таких окончательных, да, серьезных я делать не хочу. Вот. Поработать с вами, да, посмотреть, что и как, в принципе, вполне можно, если вы хотите этого. Вот. Можно даже жену пригласить вместе с женой вашей поработать и так далее. Вот, ну как мне кажется, глобально то, что вы себя сдерживаете, мне кажется, глобально то, что вы себя, ну, я не знаю, конечно, бичуете ли вы себя или нет, вот, ну, в полном смысле этого слова, не знаю, вот, но думаю, что
глобально проблематика заключается именно в том, что вы к себе относитесь вот с такой позиции, да, ну вот, с той позиции, что себе нужно что-то запрещать. Вот, ну, это, мягко говоря, идея-то, ну, не самая хорошая идея. Вот, и, на мой взгляд, действовать здесь нужно очень аккуратно. Вот. Действовать нужно очень аккуратно, чтобы себя еще больше не поломать, чтобы себя еще больше не как-то вот, знаете, не обесценить. Вот. А вы, мне кажется, это, ну, более чем успешно делаете. Вот. А мне бы этого не хотелось как раз. Поэтому, в первую очередь, моя задача, как я ее вижу, да, вам научиться себя понимать, вот, и чувствовать то, что вам, например, хочется, вот, ощущать то, что вам нужно, и дальше уже потихонечку будет вырисовываться некоторый вектор направления, вот, куда вы можете двигаться сами. Ну, можно и с помощью можно и с помощью психолога, в принципе, тоже это делать. Вот. Такой ответ я могу вам дать, пожалуй, с точки зрения психотерапии, да, с точки зрения психотерапии, с точки зрения психологии, а также с точки зрения своего опыта. Вот. Понятно, что у вас здесь во многом замешано еще и моральная сторона вопроса, то есть это понятно, само собой разумеющееся, вот, но, тем не менее, мне кажется, что и это не является какой-то такой ключевой трудностью, потому что, ну, в том смысле, что это, как мне кажется, решается и решается довольно успешно, будь на это ваше желание. Вот. Поэтому ответ мой будет, соответственно, такой, каким я его дал. Вот. Надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вы для себя сделаете определенные выводы, вот, надеюсь, что сделаете для себя какие-то мысли авантажные, надеюсь, вот, ну, надеюсь, интересные для размышления, вот, и поговорите со своей женой, да, то есть, вот, как. Ваша жена не изменится, не изменится, и вы можете совершенно спокойно задаваться таким вопросом, да, например, ну, вот она живет, почему я не могу так жить, вот она наслаждается, почему я не могу наслаждаться, так как бы, вот, то есть, тут нужно смотреть на вред. То есть, если вреда от этого больше, да, то, соответственно, уже нужно что-то делать. Вот, а если вреда немного,
то имеет смысл как-то скорректировать. А вот, конечно, скорректировать, конечно, нужно, безусловно. Вот. Но это довольно такой, я бы сказал, легкий путь, это не сложно. И как совершенно правильно заметил мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, что вам абсолютно точно ничего не даст знание о причинах, потому что какими бы они ни были, да, причины, все равно вот здесь сейчас это с вами, и справить, разобрать это вы можете тоже здесь и сейчас, а не копаясь в причинах. Вот. Так что здесь я с моим коллегой Игорем соглашусь. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Удачи. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Всего вам доброго.